Еще раз здравствуйте, фанаты Мегабола. Сегодня еще один матч я прокомментирую для вас. Баттерфляй встречается с Скриликсом. Оба сегодняшних соперника выиграли прошлые матчи свои первого тура. Скриликс обыграл непонятно никому неизвестную команду Меланин. Вообще я такой тоже не знаю. 16-3 там счет. Полная ересь. А Баттерфляй переиграл Full Freedom. Это такой серьезный соперник, в принципе. Посмотрим, что они сегодня покажут. И я смотрю даже уже перед стартовым составом. Это будет невероятный матч по нокау. Потому что и у Баттерфляя, и у Скриликса основной состав. Посмотрим, что будет. Но мне, честно говоря, если без шуток, то Скриликс очень мощно провел матч с Меланином. Хотя там были, конечно, у нас проблемы не игрового качества, прежде всего. Но все равно, это не отменяет того, что Скриликс невероятно силен. Посмотрим, как они сегодня себя проявят. Но чувствую я фаворитом матча Скриликс. И составом команд Твикс в опорной зоне, Снэк и Хомчик привычные, еще уже играют они не первый месяц этим составом, поэтому невероятно сыграны уже все. Этот Скриликс весь, который регулярку первого дивизиона прошли без единого поражения ничьи. Ну потом оступились, но все-таки в высшую лигу они вышли, это самое главное. А Баттерфляй подписали Бабли, и Бабли очень прибавил в последнее время Андрей Ревин. Мне нравится, как он играет. И, в принципе, посмотрим, что из этого выйдет. И вышло там в первом туре, это очень здорово. Посмотрим, что выйдет со Скриликсом, с одним из фаворитов, как минимум, на плей-офф. Как минимум, на плей-офф. Не будем заговариваться раньше времени и делать Скриликс с фаворитами Лиги Чемпионов. Посмотрим, как они дальше себя проявят. И Диарам, и Муська — это довольно-таки неплохие нападающие. Но Диарам никогда не блистал особым таким, особой техникой или что-то в этом роде. Но Диарам позиционно, конечно, грамотен и может грамотно сыграть. Умный очень мегаболист. Поэтому и Муська — это тот человек, который может вытаскивать. И не первый сезон уже играет Баттерфляй. Вот сейчас вот Снэк хорошо поднимает Муську. Так, перейдем уже к самому матчу. Скриликс, естественно, зажал. Твикс, Снэк. Они очень-очень скоростной мегабол демонстрируют постоянно. Скриликс это... Ой, что за танк от Снэка уже в который раз? Который раз я это замечал еще с прошлого сезона. Я когда толкался в первом и втором сезоне, когда еще мало кто умел толкаться и продавливать борты, да я не знаю, я столько не продавливал. Снэк в каждом матче по 2-3 продавки. И вот первый матч уже, вы посмотрите на его продавки, это просто танк. Ладно, когда ты играешь, конечно, когда ты имеешь в составе такого человека, конечно, играть тебе легче. Я сейчас про Хомчика, конечно же, хотя Хомчик сам неплохо свою игру демонстрирует. Ну и Твикс такой опорник. Опорник, как говорится, не лыком шит. Ух, Бабли, куда? Муська. Ну не нужно. Зачем так затягивать? Просто по борту. Зачем даблшут? Зачем? Зачем? Просто развернись и просто обычным ударом. Не нужно все это. Все это замедляет игру. Все это игру тормозит и теряешь и мяч. Зачем? Бабли. Диарам. Позиционно сейчас вообще неграмотно играет Баттерфляй. Это словно Меланин вышел на поле. Ройс, ты там не фасишь. Ну все, я заканчиваю. Можно закончить? Это просто. Я не знаю. Ха. Ладно. Круто. 2-0. Я сейчас бы подавился. Я как-нибудь раз устрою с ним батл. Подавимся. Борты посмотрим. На что способен Снэк. Хотя уже один раз подавились. Ох, опять не будем о грустном. Твикс. Снэк. Тут поднимает хорошо. Неплохо поднимает. Снэк. Так. 2-0. Конечно же, не очень блистательное начало матча от Баттерфляй. Но вот тут вот был шанс. Твикс тут немножко растерялся. Вот. Первая позиция наконец-то. Спустя 4 минуты игры вышли позиционную атаку. Баттерфляй. Хомчик. Так.
Так, так, Хомчик решил в стиле Снека только в свои ворота, я так понял. Но нет, Хомчик не Снек, поэтому и не продавит. Был бы Снек, может быть, и в свои бы продавил. Кто его знает. А, так. Твикс. Хотя Твикс тоже неплохо защищает свои ворота при давках. Бабли. Бабли. Дает туда Снэк. Снэк будет держать борт. Хомчик. Неплохо, неплохо играет Скрикс, мне нравится. Они уверенно владеют шаром, все три игрока. И знают, что, куда им встать. Нет таких позиционных ошибок, как у Баттерфляя, конечно. Сейчас они на голову сильнее, пока что в первом тайме Баттерфляй. Снэк на Хомчика не проходит пас. Снэк, чё, третья продавка? Нет, тут не будет продавки. А вот тут будет гол, Хомчик, 3-0. Это уже, конечно, сильно 3-0 после первого тайма. Это разгром намечается у нас сегодня. Ну, с Баттерфляем нужно собраться, нужно что-то перестроить, нужно поменять игру Баттерфляю. Первый тайм закончен 3-0. Полное доминирование, полное... Особенно эти продавки со стороны, ой, куда я перематываю. Начался второй тайм, вы ничего не видели. Так. Начался второй тайм, у нас счет 3-0. И нужно Баттерфляй отыгрываться. Ой, какой опасный момент. Тут Бабли. Бабли, нужно что-то придумывать. Нужно... Ой, Бабли, ой. Как, с какого расстояния опорник забивает. Вот такие должны голы В общем, ребят, вы поняли. Должны эти голы делать Баттерфляя лучше и приносить им пользу. И они должны теперь раскрепостить. Опять это слово не выдали, ну ладно. Твикс. Твикс. Подъем от борта, неплохо. Снэк тоже пытался, я не знаю, может поднять от борта. Снэк, третья продавка, на этот раз неудачным, там мешали. Мешали, а вот тут вот, а вот тут четвертая пойдет, нет, тут не пойдет, а тут пойдет. А тут тоже Снэк давит, давит, весь матч он давит. Он пытается хет-трик продавкой сделать. Хомчик более игрок разноплановый. Ну, конечно, мы не будем преуменьшать заслуги Снэка. Очень хорошо владеет. Вы посмотрите, как он толкает. И кнопку удара из своего жмет. И против него очень трудно толкаться. Мне интересно, как он в защите работает. Вот это мне интересно. Ну, в принципе, неплохо. Есть, конечно, пробел у Снэка в защите. Но вот нападение, что касается нападения, Бобли. Отметим. Серега, делай Вань. Снэка продавил опорник. Еще и на полузащитнике. Все. Планета сошла с ума. Ребят, можно заканчивать на этот матч. Снэка продавили. А мы продолжаем. Снэк прессингует Бабли. Хомчик. Хомчика, кстати, сейчас затолкал Муська. И вот он, похоже, переталкивает Хомчика. Да, нет, вот сейчас Хомчик вырывается из опеки. Ну, Муська уверенно толкается. Я так не сказал бы, чтобы вчистую Скрикс переигрывал борьбу. Баттерфляй, еще 3-1, и все еще может быть. Эта интрига это теперь сохранилась и возродилась, точнее, после гола та Бабли с опорной зоны. Ой, какие раскатки, а Скриллиса пошли. Тут нужно что-то подобное. Неужели Снэк не умеет катать? Он умеет катать. Умеет. Так, Бабли. Снэк. Снэк опять продавка, но на этот раз не хорошая продавка, не получилось. Бабли, может быть, уже изучил Снэка, знает, когда стать. Нужно, чтобы его больше не продавили. Два раза это слишком много за один тайм. Хомчик. Твикс. Твикс. На Снэка, Снэк. Уверенно, дальше по борту. Смотрите, Диоромбок отталкивает то Снэка, да? Неплохо, Диоромбок пытается уже Твикса оттолкать. Диоромбок вообще всех пытается оттолкать. Куда Диоромбок бегает? Диоромбок лагает, что ли? Непонятно, что происходит с Диоромбоком. Диоромбок, видно, после матча, после первого тайма с горя выпил, скорее всего, судя по его движениям на поле. Диоромбок.
Диарам прессингует Твикса, и у него это неплохо получается, и вот уже в атаке Баттерфляй, но нет, выбирается за счет Снека и подъема Твикса, и Хомчик, в принципе, посодействовал этому. А Хомчик будет поднимать, нет, не будет поднимать, неудачное действие Хомчика. Диарам, Диарам, как отлетает мяч-то, как Бабли забил с далекого расстояния, ну, пушкой нажал, там видно было. Или не пушка, не, непонятно было, но, по-моему, все-таки была использована кнопка, он в Снэк, но за него, у него 10 ударов в секунду. Ну, что вообще с закрытыми глазами, скорее всего, делать? Твикс. Твикс на Снэка, Снэк. Ох, опять повершит от Снэка. Да, мне нравится все-таки этот игрок. Возможно, возможно, даже в этом сезоне вот либо он, либо... Кто-то вот мистер Бэтмен, кто-то из них, возможно, и получит прогресс в этом сезоне, прогресс. Либо Хомчик, возможно, даже Твикс, кто-то, возможно, из Крыльев получит этот прогресс. Хомчик, Бабли. Бабли тоже претендует на это звание, но по сегодняшней игре пока что проигрывает и уступает сегодняшним оппонентам своим Бабли. Посмотрим, что сейчас будет дальше. В принципе, в этом тайме они забили. Забил именно опорник Баттерфляя. 3-1. Остается интрига. Два мяча отыгрываются за один тайминга боли. Так, что-то тут много-много. Потом еще доигрывать, видно, будет. Похоже, какой-то фейрплей был в матче. Ну ладно, пока будем смотреть. А, счет 3-1. Счет 3-1. И прошел до тайма. И заключительный третий тайм пошел. В этом матче Муська решил стырить Снэка, увидел, почему, чё Снэк может, а я не могу, что ли, подумал, Муська, давай-ка продавлю, но нет, всё-таки Снэк не может с двух аккаунтов одновременно играть, я понимаю, что Снэк это какой-то магический игрок, но Твикс, финт Твикса, финт Зидан равен Твиксу, поехали дальше, Муська. Твикс поднимает, уверенно поднимает Твикс. Неплохой подъем от борта у этого господина, молодого человека, Влада нашего. Ой, какой удар в штангу Хомчика. Хомчик продавка в стиле Снэка. Ну, Хомчик-то должен знать, как Снэк продувает, какой мяч Снэк. Ой, Хомчик, я уже запутался красиво таким краешком шаром забил и пишет лаги Снэк. Видно, тут будет какой-то фэрплей. И Снэк, и это уже счет становится 5-1. Хомчик должен забить, и он забивает этот мяч. 5-1 счет в сегодняшнем матче. Так. Так, сейчас мы уменьшим немножко тут звук. Скриликс. Скриликс в атаке. Так. Хорошо атакует пока что Скриликс в атаке. Опа-на, Хомчик улетает. Вот что произошло, похоже. А нет, Хомчик возвращается. Пока что это не будет фэрплей. Я не думаю, что это будет доигрываться. Счет... Нет, Хомчик опять улетает. И счет уже... Точнее, фэрплей, а счет... Счет у нас, я потерялся в счете. 5-1 счет у нас в сегодняшнем матче пока что на данный момент. И Хомчик опять улетает, но это уже... Но это уже никуда не годится, конечно же. Так, Снэк, продавка от Снэка. И Хомчик там... Ну, я не знаю, это что это такое? На что тут смотреть? Было где-то 3 минуты, нужно будет доиграть им, скорее всего. Хомчик улетает, а зачем они играют, я этого не понимаю сейчас, что происходит на поле, мы перемотаем. Они уже не играют. Так, дубалами снимает тут. Вот, вот, похоже, будут доигрывать этот матч. Все же будут доигрывать. И Снэк продолжит. Почти получилось. Счет у нас 5-1. Интрига практически не существует в сегодняшнем матче. Снэк.
Скриликс опять начинает задавливать и начинает прессовать своих сегодняшних соперников. И в принципе они их переигрывают. И Хомчик опять красивый мяч забивает. Хомчик. 6-1 в матче. Да, красиво играет Хомчик. Хомчик тут уже баттерфляй. Баттерфляй. Пошел вперед. Скриликс сейчас защищается. Скриликс, я не думаю, что хорошо умеет защищаться. Бабли. Бабли. А я не знаю точно, 3 минуты, скорее всего, это нужно будет доиграть. Соперником, вот он. Уже счет становится 6-1 или 7-1. Я уже точно не запутался. Вроде бы 6-1 матчи сегодняшнем уже. 6-1. Да, никуда не годится сегодняшняя игра Баттерфляя. Это не игра на плей-офф. Хотя. 16-3 уступил Меланин. 6-1. Да, Скриликс силен. Стоит уже вот по этому матчу точно сказать. На данный момент Скриликс одна из лучших команд регулярного чемпионата высшей лиги. И претендуют они в этом сезоне на многое. По крайней мере, судя по началу сезона. Хомчик. Так, а кстати, я даже пропустил этот момент, что вообще тут смена позиции, смена тактика поменялась полностью у Баттерфляя. Ушел, во-первых, с поля Диарам, вышел Айдик Стик, и Муська пошел в опорную зону, а Бабли в нападении на Кержакове, причем тактика другая, но ни к чему эти перестановки не приводят. Счет как был в пользу Скриликса, так он еще и удваивается. Увеличивается, точнее, пока он не удваивается, слава богу, для Баттерфляя. Но счет огромный, счет большой. Большим преимуществом сегодня переиграл Скриликс. Когда тут уже конец матча. Точно, я не запутался, но где-то на 2-0-0, скорее всего, будет конец. А Снэк, тут, смотрите, Снэк умеет развернуться, даже когда он стоит с задницей буквально мячом. Мячом. И он умеет развернуться, по борту прокинуть дальше. Это, конечно, высоко получилось, как Бабли правильно стрелял, но Бабли более легкая и более поворотливая карточка. И они тут не так прессовали, как Снэка. А Снэк на Хомчик, и Хомчик забьет свой мяч. Уже какой-то счет. А, все, не успели. То есть... 20 секунд. Нет, успели. Счет матча 7-1 или 8-1. Не имеет большой разницы. Вроде бы 7-1. Счет в матче. 7-1, да. И, в принципе, Скриликс полностью переиграл. Так же, как и в матче с Меланином. Все, заканчивается этот матч. Спасибо всем. Скриликс молодцы. Баттерфляй нужно что-то менять. Хотя несущественно Скриликс и Меланин так обыграли. Баттерфляй немножко подкорректировать свою игру, а Скриликсу пожелаю удачи и продолжать также всех нагибать своих соперников. Всем пока-пока.